Валажа Манролис, друзья! Приветствую всех на моем канале, с вами снова Сурен, и я продолжаю рассказывать про лучшие YouTube-каналы. В первом выпуске я рассказал про канал студии озвучки Штихлишти, во втором выпуске я рассказал про канал Ватный Либерал, а в третьем выпуске я рассказал про канал Чарли Пандира, в четвертом выпуске я рассказал про канал Movie Maker, а сейчас я хочу рассказать про самый лучший канал про Игру Престолов. Один из моих самых любимых каналов. Черно-белый дом. Это однозначно самый лучший канал про Игру Престолов. На этом потрясающем канале вы можете абсолютно есть все видео про Игру Престолов и мир и мира песни Льда и Пламени. На этом канале вы можете узнать абсолютно все про Игру Престолов, про все великие дома Вестероса, про биографию персонажей, про первых людей, великанов и детей леса, про андалов, про все восстания Вестероса, например, про восстание Блэкфайра, про восстание Бартеона и другие восстания. На этом канале есть абсолютно все. Все обзоры триллеров и тизеров и серий, всех серий. На этом потрясающем канале вы можете узнать также про все вольные города Эссоса, про залив работорговцев и многое другое. И на этом канале есть очень потрясающие монологи персонажей. Все не перечислить. Про этот канал можно говорить очень долго. Но, наверное, этим будем заканчивать это видео. Всем советую подписываться на этот потрясающий канал «Черно-белый дом». Всем поклонникам «Игры престолов» и «Мира песни льда и пламени» этот канал однозначно очень-очень понравится. Всем большое спасибо за просмотр. Ссылка на канал «Черно-белый дом» будет в описании. Подписывайтесь и на мой канал тоже. Всем заранее большое спасибо. И спасибо создателю этого потрясающего канала. Это один из моих самых любимых каналов про Игру Престолов и мира песни Льда и Пламени. Всем большое спасибо. Все самое интересное впереди. И через неделю выйдет первая серия седьмого сезона Игры Престолов. И я сейчас хочу сказать, что мой самый любимый персонаж – это Тирион Ланнистер. Пишите в комментариях, какой персонаж самый любимый у вас. Всем большое спасибо, жду ваших комментариев. Все самое интересное впереди. До встречи. Всем большое спасибо.